Алло, Исрон Алиха. Это кто? Исаак. Анзур Асадр. А где Анзор? Не знаю. Алло, Исаак. Скажи Кукушу, чтобы он по этому телефону позвонил в дилижан и сказал Хачикяну, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила. Какому Кукушу? Это продма... Ты куда звонишь? Как куда? В Тель-Ави? Тебе перепутали. Это Тель-Авив. Тель-Авив. Алло, 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 Мишаня, Мишаня, алло, Мишаня, Мишаня, это Нью-Йорк, Мишаня, я, алло, я тебя, ты меня, что там у вас эхо какое-то, Мишаня, ты не узнал, узнал меня, слава богу, наконец, так, я буду богат, Мишаня, я быстро, нет, я не в Нью-Йорке, я вообще сейчас не лечу никуда, я просто решил позвонить, как там наши, только быстро, $2 минута, ты понял, что ты там шепелянишь, ты в кресле у стоматолога? Тебя заморозили уже? Ну, говори, заморозили, только быстро. Как тетя Рита? Отмучилась? Совсем отмучилась? А, достали лекарства, и сердцем она отмучилась. Тьфу ты, Господи, я уже испугался. Как у нее? У нее уже ноги были. И ногами отмучилась? Ну, все, слава Богу, у тебя такой, ты так говоришь. Все, быстро, дальше давай. Сеня как Сеня? Сеню посадили? За что? Он же микробиолог. Торговал микробами? Склонировал соседку? К чему? А, клонировал. Тьфу ты, Господи. Ну, говори четче. Дальше давай. Дальше давай. Роза родила? 70 лет? У вас такая медицина? Это такая роза, чтоб ты знал. Не надо мне длину ребенка, не рассказывай мне длину, не надо, у меня уже $7 ушло псу под хвост. Давай дальше, дальше давай. Гриша ушел в скрипачи? Так резко. Он же был повар. Он же, у него ни слуха, ничего. А он на кладбище играет. Это другое дело, там слух никому не нужен, вообще уже. Ладно, все, давай, дальше, дальше. Мама открыла бордель на берегу океана, и я там буду жить со всеми удобствами. Ну, раз бордель, как удобно, так и буду жить. Отель! Тьфу ты, я опять обрадовался. Ну, что ты делаешь, что ты делаешь там в кресле? Имплантанты вставляешь? Вот эти железяки, что вкручиваются в мозги вместо зубов? Это же очень дорого. Сколько? 4 импланта? Сколько ты дал? Сколько, сколько? Так у тебя Peugeot во рту. У тебя во рту Peugeot. Ну, это твое дело, я не вмешиваюсь. Это твое дело. Да, нет, про Иру не надо. Про Иру не рассказывай мне, не надо. Она сожгла дом, чтобы получить страховку. И получила 5 лет. Ну, это естественно. Вот там пускай и страхуется, да. Дальше давай, дальше. Дальше давай. Папа как? Тоже имплантанты? С ума. 5 имплантантов? Так у вас уже 2 Peugeot. У вас 2 Peugeot. А он подрался в ресторане, ему выбили имплантанты. Так у вас одна машина осталась. У вас осталась одна машина. Кто умер? Боря? Ты с ума сошел? Я с ним вчера говорил. Боря Сердобольский продал почку, чтобы разбогатеть? Придурок, у него одна почка вообще была, чтоб ты знал. Кто со мной говорит? Клод Слокин. Какой Клод Слокин? Я Сердобольским звоню. Ты Клод Слокин? Клод Слокин, чтоб ты сдох вместе со своими родственниками. У меня на твои несчастья ушло $15. Слава Богу, что это у тебя. Слава Богу. Если бы... Хорошо, что... У меня все хорошо. Все, Клод Слокин. Все, бросай трубу. $15 дал, чтобы успокоиться. Ну, что там такое?